Меня зовут Лена. Я учусь уже на фортепиано. Да, это была моя давняя мечта. И учусь вокалу у Рады. Мне потрясающий педагог. Вообще, я считаю, что мне просто безумно повезло. Чувствуется профессионализм, чувствуешь себя спокойно, уверенно, знаешь, что у тебя получится. Не сразу, но... И самое главное, для меня важно, это душевно. Ты приходишь в школу, и ты расслабляешься. Получаешь удовольствие, занимаешься тем делом, которым ты хотел заниматься, хочешь научиться. Я получаю огромное удовольствие и заряд энергии, да. Ну, я вообще была в восторге от всех выступающих, от всех. И очень приятно это сочетание классики и современной музыки. И такие все разные, такие все яркие, интересные. Мне очень понравилось. Конечно, я волновалась о себе, не знаю, что сказать. Не очень было волнительно, очень страшно. Но все равно чувствую поддержку. Поддержку от своих преподавателей. Вообще такая атмосфера. Который ты не будешь себя чувствовать, не знаю, неуверенно, что все равно ты выступишь, делаешь свое дело. Зачем нужна мотивация там, где тебе просто ты кайфуешь от того, чем ты занимаешься? Тут не нужна мотивация, лично мне она не нужна. А главное, просто чтобы было время. У нас в наше время не хватает времени. А когда оно есть, мотивация не нужна.